Здравствуйте, уважаемые подписчики, кто смотрит это видео. А в этом видео расскажу, как разобрать этот электродвигатель. Этот данный тип двигателя используется в микроволновой печи для вращения тарелки. Я купил в 2005 году. Да, в 2016 году, 11 лет он проработал. Я использую 3 раза в день микроволновку и работаю на дому. Вот 11 лет, самый надежный попался. Да, самый надежный, перегорел. Нет, не знаю. Посмотрим, что там. Вот. Что мы видим? Видим, что шестеренка износилась. Вот. Шестерня. Надо искать.